Чеченская республика уже несколько лет ведет активную работу об организации на ее территории пограничного перехода с республикой Грузия. Этот вопрос на большой пресс-конференции 2019 года адресован был Путину, на что Владимир Владимирович сказал, что это хорошая идея, но пока на практических планах Министерства транспорта отсутствует, целесообразность реализации, безусловно, существует. И строительство дороги было начато еще в 90-х годах, но было прекращено из-за начала боевых действий. Дорога из Чечни в Грузию имеет очень большое стратегическое значение для Российской Федерации. Оно обеспечить независимые выходы в зарубежные страны Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран, имеющие развитое транспортное сообщение по морю и железной дороге, учитывая сложную ситуацию вокруг нашего государства. Это вопрос приобретает еще большую актуальность. Хотелось бы в связи с этим на заседании Совета Безопасности, чтобы вы рассмотрели этот вопрос.